конце марта традиционно проходит республиканский конкурс театрального искусства «Узорчатый занавес». Его история насчитывает уже 21 год. На суд профессионального жюри выдвигают самые интересные работы. Узорчатый занавес – одна из самых ожидаемых церемоний года. Перед началом конкурсной недели волнуются даже признанные мастера. Оценивает спектакли профессиональное жюри. В их числе театральные критики из Республики Башкортостан, Нижнего Новгорода и, конечно же, наши известные деятели культуры и искусства. Смотр проходит во многих, значит, регионах. Это очень хороший мастер-класс для театров республики. Возможность сверить художественные часы, посмотреть работы своих коллег и понять, на каком ты свете. Страшно полезно в плане профессиональном. Надо еще будет обдумывать, осмысливать то, что мы увидели, нужно время. Но совершенно понятно, что это какое-то продвижение творческое вперед. Чувашский государственный театр оперы и балета выдвинул на конкурсе два спектакля. Это опера «Винченцо Беллини», «Капулетти и Монтекки», премьера которого состоялась в ноябре 2020 года, и музыкальная сказка Никиты Удочкина «Царевна лягушка». Театр юного зрителя тоже постоянный участник творческого конкурса. Его особая аудитория требует тщательного подбора репертуара. Постановка «Белоснежка и семь гномов» по мотивам сказки «Братьев Гримм», романтическая феерия мюзикл «Алые паруса», поставленная по пьесе Павла Морозова «Ассоль», были с восторгом приняты зрителями. Эти спектакли тоже номинанты на «Узорчатый занавес». Потрясающее мероприятие, поскольку в нем, как никто и никогда, можно увидеть всю палитру актеров. Актеры, конечно же, разные и по подготовке, и по образованию. Но, что самое интересное, с этими актерами работают разные режиссеры. Не только нашего, так скажем, да, масштаба нашей республики, но еще и приезжие. Это очень радует. Во Всемирный день театра 27 марта жюри определит победителей в нескольких номинациях. Лучший спектакль года, лучшая женская роль, лучшая мужская роль, лучшее музыкальное оформление спектакля и других. Заявки на участие в театральном конкурсе подали все профессиональные театральные коллективы. Ульяна Пятакова, Дмитрий Салманов, Республика.